Все по новой. Что вы здесь делаете? Вам же сказали, уходите из города! Комбайны делают все, чтобы нас задержать. Мы пытаемся собрать людей и пробиться к станции. Выжившие прячутся в бункере неподалеку отсюда. Ты можешь нас туда отвезти? Еще бы. Идемте сюда. Эй, это я! Открой дверь! Скажи пароль. Я даже не скажу тебе заткнуться. Проходи. Эти поля препятствовали формированию определенных протеиновых цепочек. Вы дочь эмбриона. Теперь с исчезновением полей для всех желающих настало время плодиться и размножаться. Иными словами, и проще говоря, пора задуматься над тем, что вы можете сделать для восстановления нашего вида. Он сказал, плодитесь и... Не откладывайте дело в долгий ящик, поскольку неизвестно, сколько времени нам удалось выиграть перед тем, как Альянс попытается вернуть себе господство. А это неизбежно случится. Найдем другой путь. Открыто говорить о вреде... В ближайшие дни я планирую написать для вас серию познавательных прошлых. На данном этапе, как ни жаль, придется обойтись относительно краткой информации. Следствие дестабилизации реактора Сити-17 не видит для вас... Назад! Мы решались высказывать наши слабые надежды вслух. Разрушительный импульс временно остановил работу... Только хотел...
хотел быть страховым агентом. Гордон! Алекс! Не верю глазам! Как вы сумели выбраться из цитадели? Мы точно не знаем. Но в этом каким-то образом замешаны вартигонты. А ты как уцелел, Барни? Все ничего. Только с ума схожу, пытаюсь... Нас обнаружили! Вот черт, Гордон! За тобой снова хвост! Мы выкрали из цитадели кое-какие записи. Я в них еще не разобралась. Но должно быть, они очень важные. Весь Альянс спустился за нами в погоню. Нас вынуждают торопиться. Надо уходить. Вы знаете, что из города можно выехать только на путь? Мы хотим взять станцию штурмом. И пускай каждый полицейский, вбивший в свою тупую башку, что должен защищать Сити-17, пеняет на себя. Мы с Гордоном можем пойти другой дорогой и запутать комбайнов. Люди успеют сесть в поезда, а мы догоним чуть позже. Ладно, как скажете. Смотрите сюда. На станцию можно пройти по крышам. Идите туда. Я спущусь на улицу и соберу всех, кто хотел ехать с... Встретимся на станции. Заметано. Идем. Гордон, пока ты еще здесь, мне надоело всюду ее за собой таскать. Это последнее. Так что не теряй ее, ладно? Иди, Гордон. Она ждет тебя. Повезло же парню. Увидимся на станции. Бежит цель.